Всем привет, с вами Игрик, и я вот только сейчас зашел в Майнкрафт, свой старый летсплей, и в общем-то очутился в океане первый раз, как бы я вылетел с Майнкрафта, и чё за фигня, блин, меня телепортировало сюда, в принципе я здесь с самого начала появился, я сначала выкинул с Майнкрафта, потом я перезашел и я очутился здесь, причем вот здесь, в воде я начинал тонуть, чёрт побери, я не знаю, что за фигня. Но я сейчас, наверное, тогда буду делать себе компас. Причем у меня как бы еще в моем персонаже еще были предметы какие-то, я их не все складывал. Придется мне, наверное, карту всю заново делать. И, в общем-то, искать сейчас дорогу обратно. Я не знаю, куда меня тпшнуло. Вообще, почему это? Блин. Ладно, сейчас, короче. У меня как-то такое один раз уже было, только это было с порталом, причем адским. Да, когда я его поставил под землей, как бы меня тпшкнуло в ад, когда я в него зашел. И, в общем-то, потом я как-то появился, а портала не было. Но там было совсем другое чуть-чуть. Мне придется, кажется, все заново собирать предметы. Но, по крайней мере, чисто добиться того, чтобы у меня появился компас. Блин. Тогда-то было легче, там, в смысле, умер ты и сразу же попадаешь дома на респауне. Но в этот момент почему-то я не попал на респаун. Черт побери. В принципе, у меня сейчас идея попробовать сдохнуть. Блин, ну я здесь собрал 8 тростника, черт побери. Ладно. Я надеюсь, что меня тпшнет обратно в дом. Все-таки я же там зареспался. Блин, реально, что-то вообще как-то не в прикол, то, что меня куда-то непонятно забросило вообще. Что-то как-то темно. Можешь взорваться, пойти, криперов там, налететь на них, типа того. Я надеюсь, что это прокатит. Я, блин, не понимаю вообще, что за фигня. Давайте, избивайте меня, ну же, давай. Да, есть, красавчики. И... Чёрт побери, меня тпшкнуло то же самое, здесь. Только теперь я еще и тростник бросал. Ладно, все-таки придется мне ходить в шахту, искать компас. Черт побери. Мне бы сейчас бы найти какую-нибудь заброшенную бы шахту. Но для начала мне нужно, в общем-то, найти деревья собрать, да. Черт, какая-то такая нестабильная серия. Я надеюсь, что я найду свой дом все-таки. Хотя, в принципе, если я сделаю компас сейчас, то я до него дойду, до своего первоначального спауна. А от него там еще сколько-то идти, я точно не знаю. Черт побери. И вообще не понятно, как это получилось так. Надеюсь, прокатит. Сейчас соберу это деревце. Блин. Ну чё. Постараемся выживать заново. Я не собираюсь заново обустраиваться. Делать себе новый домик. Мне и в том было привычно. Точнее, в той деревне. Там я уже немало чего добился. Сделал себе карту. Блин. Чёрт, кто меня там бьёт? Зомби. Саженцы тебе отхерачить сейчас. Все, и сдохнешь. Хоть какая-то еда. Честно говоря, я не знаю. У меня сейчас, скажи, стоит мирный режим, хотя это вряд ли. Ну что, дай бы меня. Нет, у меня отнимает все-таки голод. Да. Черт. Всего лишь 4 этих было, что ли? Не-не-не-не, чувак. Просто и зайди. Блин, куда не пойдешь, тут везде монстры. Вот в чем весь косяк. Если играть ночью. За мной там еще и паук бегает. Зашибись, блин. В воде, вода, верстак, к сожалению, не поставишь. О, кстати, я уже пещерку нашел. Это значит, что... Зашибись, пещерка, да. Надеюсь, этот зомби меня сейчас потеряет, пока будет пытаться плыть. Ставим, короче, здесь верстачок сейчас. Ты что, меня все равно видишь, что ли? Ладно, будем с ним бороться, все равно он один. Делаем наш верстачок. Поставим вот здесь. Сейчас, думаю, сделать себе инструментики хоть какие-то. Блин, что ты, блин? Я уж подумал, что мне не хватает на мою блин. Кирку, да. И куда мне идти копать вообще? Что? Здесь нигде пещер нормальных нету. Что это за фигня? Куда я вообще попал? Блин, на мне вообще все в мою сторону идет. Урод, да?
палочкой тебя отхерачим сейчас. Иди сюда, блин, уродище. Где второй, кстати? А, вон он еще плавает, он еще плавает. А, так он еще и выбраться не может. Да, зашибись, сразу же голод. Блин, я только лишь один стейк съел, почему? Ё-моё! Мне сейчас надо куда-то убегать, убегать. Надеюсь, он сейчас по мне... Блин, по мне попадает. Чувак, просто иди в жопу, просто в жопе не иди. В жопу. Черт. Я думал, сегодня будем отстраивать наш домик, блин. А получилась такая херня. Какой-то странный малюс, слишком уж глубок, такой как бы обрыв. В реальной жизни я такого чуть нигде вообще не встречал. У нас были как бы такие глубокие, но не слишком прям так, что прям обрыв шел слишком глубоко. Да, все-таки Майнкрафт не совсем реалистичный. Хотя, в принципе, он состоит из кубиков, а это уже нереалистично. Да ладно, чё, сейчас оставил я там свой верстак, блин. Что-то я про него не подумал, сразу же побежал. Пожалуй, до туда доплыл. О, блин, у меня уже голод. Уже голод, все. Скоро еще и начну дохнуть. Ну, крайней мере, как дохнуть. У меня только лишь одна хпшка должна отняться только. Да ё-моё, тут и они тоже, блин. Изыди, зомбик, изыди. Блин, что-то здесь какие-то странные островки вообще. Я думал, я тут сейчас где-нибудь пещеру найду. Пока что что-то не совсем удачно. Я сюда приплыл. Да блин, я не собираюсь копать сам шахту себе. Это же очень долго и мучительно. Зашибись, тут еще и эндермен. Ладно, чё. Не понял, ты что там, взрываться, что ли, сзади меня решил? Позади меня, точнее. Блин. Я дал с краешку спрыгнуть, короче, в воду, а получилось так, что я даже ударился. Блин, мне сейчас в ту сторону плыть. Черт побери. Да ну нафиг, я, короче, сейчас сдохну и сразу же побегу в сторону леса. Там по-любому должен найти хоть где-нибудь, хоть какую-нибудь-то пещерку. Давай, ну же убивай меня быстрее. Впервые я хочу, чтобы меня побыстрее слили. Ладно, чё? А, я же под водой. О, блин. Черт, чувак, иди в жопу. В жопе не иди. Тут еще какая-то генерация странная. Все вообще квадраты в квадратах. Надеюсь, я там хотя бы залез хоть где-нибудь. Кстати, здесь можно посмотреть. Может, здесь какие-нибудь ресурсы есть. Хотя, в принципе... Вон, я вижу уголь, но до него слишком долго. Черт, убери. Еще и паук. Изыди, тварь. Просто убегаем, просто убегаем. Черт. Сейчас я попытаюсь где-нибудь найти пещерку вообще. Хоть где-нибудь, чтобы можно было заныкаться или... Блин, тут даже еще и лучники эти по мне стреляют. Блин. Скелеты. Черт. Как-то вообще не в прикол. Я не знаю, я вроде бы никакой мир новый не создавал. Я зашел сейчас только что именно в тот, который у меня и был летсплеем. Который, в общем-то, никак и не назван. Блин, может, я сейчас где-нибудь найду что-нибудь, хоть что-нибудь, да? Или нет? Ничего здесь, вообще никакая местность не найдется. Я не уверен, что я попал на место своего первоначального спауна. Тем более, зачем бы мне сюда нужно было попадать, скелет? Я, в общем-то, и не дохнул, и как бы у меня кровать-то в другом месте, как бы я на ней уже сколько раз спал-то. Блин. Паучар тут всякий, и попень. Блин! Черт. Не-н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 е
Где ты? Вот он ты. Изыди, тварь. Просто убивайся, ну же. Опыт. Мне пока что таки опыт как-то вообще не нужен. Да черт побери, да кто еще? Маленький скелет. Ой, маленький. Маленький житель. Черт побери. Только тебя мне тут еще не хватало.
Я сейчас сдохну. Фух, хоть слава богу, сейчас то, что день начинается. Черт побери. Кстати, как у меня вообще планшет развернут? А, все нормально, я микрофон не пережимаю. Я что-то вообще начал серию, даже не посмотрев, как у меня планшет стоит. Так бы сейчас запорол. Хотя, в принципе, запаривать даже ничего и нету. Я уже весь летсплей полностью запорол. Не знаю, как вообще. Куда мой мир исчез? Куда я телепортировался, точнее? Блин. Честно говоря, я сейчас надеюсь, то, что я вдруг нечаянно найду свой дом, хотя бы первоначальный. Там уже понятно будет, куда идти. Я не собираюсь все заново отстраивать весь наш... Как искать заново деревню там. Как-нибудь обустраиваться. Черт побери. Да, еще мне 1,5 хпшки отнять, и все, я сдох. Черт. Фу, хорошо, хотя бы сейчас он не ударился. Блин, еще 1 единица голода отнимется, и все, я не смогу уже бегать больше. Да. Что-то я вообще нигде пещерки ни одной не нашел. Я слишком далеко убежал. Блин, я не знаю, как я вообще буду здесь находить дом. Точнее, когда я сделаю компас, сколько мне вообще придется добираться. Когда, например, такой был баг с порталом в End, как в ад, то там, в общем-то, проплыть пришлось таки немного, примерно минут 5 где-то на лодочке. Ну и там еще чуть-чуть пешочком. В принципе, это было не совсем далеко. А здесь неизвестно, сколько мне придется плыть. Блин. Возможно, мне придется даже обустраиваться все заново. Честно говоря, я не хотел этого, так что... Как так-то? Я там уже начал свой дом делать. И, блин, это уже получается какой-то другой совсем летсплей. Что-то жирность как бы есть какая-то, но все-таки... Хотя, в принципе, можно убить. Что это, я не убиваю, да? Ну да, пока что таки без каких-либо ресурсов я вряд ли кого-то что-то убью. Сейчас сделаю себе хотя бы меч, хотя бы обычный. Хотя бы наносить, сколько там, урона 4 или 3 наносит, не помню. Делаю сундучок, эту штучку, так, мне еще одного не хватает. Хотя, в принципе, я сделаю сейчас еще и второй, еще, да, поломаю. Мне что, только нет, на меч нужно точно. Верстачок, делаю меч и кирочку. Что тут еще можно сделать? О, топорик. В принципе, более-менее хоть как-то все деревянное, как-то стрёмно малость. О, курица с одного мочится. У него где-то хп 3, наверное. Свинья с двух? Серьезно, с обычного меча? Ладно, возможно. А, я же ее кулаком еще несколько раз ударил. В принципе. Так, что тут можно сажать-то? Да, в принципе, пока что как-то вообще ни о чем. Черт, где здесь вообще пещера? Какая-то уже пустыня началась. Мне пещера. Ок. Знаете, мне это как-то малость. Слушайте, я, кажется, нашел свой дом. Там, он, кажется, вот этой вот горой. Я помню, что я вот отсюда вот выходил и смотрел на вот эту штуку. Блин, возможно, это он. Хотя, может быть, я и путаю что-то, но я надеюсь на это. О, здесь волк! Это будет первоклассно, если я сейчас найду все-таки свой дом. И, в общем-то, смогу этого чувачка приручить. О, боже, как я надеюсь, что я сейчас найду свой домик. То, что он именно на этой горе, потому что я узнаю этот прудик, который там сейчас был из глины. Именно тот тростник даже, который там растет. Блин, я надеюсь, что я пришел на верное место. Хотя мне придется еще, наверное, помучиться чуть-чуть, чтобы собрать наш... Да, я крышу свою видел! Есть! Блин, как же я удачно пришел-то. Фух, вот мне неизвестно, почему меня так туда кинуло. Возможно, там и был мой спаун, но это вряд ли. Кстати, да, вот пшеничка созревшая. Можно хоть сколько-то себе сделать, наверное. Нет, из двух пшеницы мы не сделаем, в общем-то. Даже хлебушка обычного. Блин, мы сейчас добираться будем в целую вечность. Да ладно, у вас у меня есть такой вопрос. Сейчас мне что, заново придется компас делать и... Нормально, мой дом уже отжал паук. Ладно, хотя бы мы можем сделать здесь хоть какие-то ресурсы. Слава богу, я здесь оставил хотя бы верстачок. Кирочку сейчас себе делаю. Думаю, сейчас. Еще себе можно топорик хотя бы сделать. Хотя, в принципе, мне до дома добираться немного. Да ладно, что будет, хоть какое-то дерево еще.
Я все ж таки в паузе-то не смог нарубить себе дерево. Как хотелось мне для дома в тот раз. Да, когда я заканчивал тот летсплей. Ту серию, точнее. Я говорил, что типа сделаю. Добуду себе ресурсов, но вообще-то не получилось. Сейчас хотя бы это, хотя бы чуть-чуть и сделаем. Так, в принципе, у нас здесь все стоит. Блин, мне сейчас бежать вообще целую вечность. Кстати, мне же ту сторону. Да, по-моему. Жалко, у меня здесь косточек не было. Я бы сейчас попробовал бы эту собачку приручить. Да. Самое главное сейчас это не сдохнуть, потому что у меня осталось пол хп, а я вообще не помню дороги, по которой я шел. Черт. Возможно, это и было то место моего спауна. Только я уже про него что-то как-то забыл, малость. О, мне лучше вообще аккуратно двигаться. Не то, как я это делаю обычно. Потому что это будет вообще не в прикол, если я сдохну сейчас еще. Жалко, я здесь печку не оставил никакую. Можно было бы пожарить хотя бы хоть что-то, и у меня хоть какая-то была бы сытость. Кстати, в какую сторону? С какой стороны ты шел? Блин. Так, все, понятно, мне в ту сторону сейчас идти. Я не уверен, что у меня сейчас начнется хп восстанавливаться, но я сейчас попробую сейчас еще хоть кого-нибудь тут зарубить. Кстати, у меня шоу вообще снимает. Да, снимает. Уже 16 минут. Просто тупо проставили почти таки всю серию на то, чтобы найти свой дом. О, блин. Серьезно, не, я даже это залью на видосик. Чё? На YouTube, точнее, да. Чё-то я не помню этого местности. А, да, все, я помню. Я вот этот уголек именно помню. Да. Вот здесь то, что я забирался. Точно, точно, точно. Блин, надо здесь какую-нибудь нормальную дорогу, что ли, придумать. Что-нибудь типа того. Это вообще как-то не в прикол здесь забираться так. Сейчас самое главное, чтобы у меня здесь не сдох. Так, все, забираемся. Грибочечки наши, которые, в общем-то, поломал. Например, вот сюда вот сейчас постараемся не уходить куда-то там в непонятную сторону, как я это делал, в общем-то, в прошлой серии, по-моему, да. Что-то я, по-моему, слишком сильно повернул вниз. Что? Интересно, как это у меня память-то закончилась? У меня вроде бы еще было. Я надеюсь, что у меня сейчас шоу записывает не на внутреннюю память, а на память, в общем-то, флешки. По сути, он как бы не должен был переключить мне с внутренней памяти на память флешки. Да. А, странно. Ладно. Уже гигабайт, видимо. Фух, дом, милый дом. И, в принципе, что у нас тут есть? Я надеюсь, карты. Черт. Зря тогда сдох, конечно. Когда пытался умереть, чтобы вернуться обратно. Хоть как-то, да, не получилось. Было неудачно совсем. Так, нет, сюда не нужно закидывать. Никак вообще. Так, сейчас все распределю более-менее по сундукам. Блин, здесь еда есть? Нет, здесь еды нету. Так, скажите, что у меня... Нет, это сырая, вот жареная, да. Все замечательно, есть какая-то еда. Я сейчас думаю вернуться к пёсе, попробовать его приручить. Хотя, в принципе, у меня не слишком много прям такие и еды, но все-таки она есть. Ну, именно для пёси, именно. Косточек, о, 6 штучек. Я думаю, это единственное, что мы успеем сейчас сделать. Что? Они что? Они ребенка сейчас сделали. Вы что, на моей кровати, что ли, это делали? Эй, черт. Вот, блин, а? Не, ну, в принципе, что, позаимствовали? Блин, я же на ней спать сейчас буду. Ладно. Пользуйтесь, пока меня нету. Только чтоб я больше такого не видел. Так, все, нам сейчас вот сюда вот. Возвращаемся к нашей той, кому тому домику, который мы уже, в общем-то, забросили, так сказать. А там я попробую приручить собачку. Я очень хочу, чтобы ее приручить. Если что, чтобы она мне помогала как-нибудь. Кстати, чувак, ты мне вообще здесь как-то не важен. Я тебе порублю, да. Красавчик, пожарь твое мяско. Че, уже дождь закончился, что ли? Нет, дождь все еще идет. Что-то как-то странно. А, здесь деревья же дофига, да.
Дождь просто тупо не просачивается никак. Итакс. Да, я верно. Я по верному пути иду. Блин, как он с такой высоты упал? Точнее, как бы ему урон нанес с такой высоты при падении. Тут же не слишком так что и высоко. Да ладно. И самое главное, здесь тут еще не падать. Мало ли, потеряю хоть сколько-то времени. И так мы сегодня уже, можно сказать, почти таки запороли серию. Блин, я очень рад, что я нашел свой дом. Блин, я не знаю, что бы мне пришлось бы. Мне пришлось бы искать шахту, в общем-то, делать самому компас. Короче, все повторять заново. Ну, по крайней мере, такого, как я не сделал компас. Хотя, в принципе, если бы я сделал компас, это бы, в общем-то, мне ничего бы не дало. Оно бы мне показывало на место спауна. В общем-то, я так понимаю, что я на месте спауна тогда и был. Да, мне пришлось, наверное, карту тогда бы делать вообще огроменную. И пытаться по ней хоть как-то идти. Да, это было бы тупо, знаете ли. Хотя, в принципе, я понял, что он как бы... я малость сейчас подумал и понял, как бы я смог бы... прийти примерное местоположение своего дома, точнее, как бы, в той стороне, например. Я не знаю, там, как по карте, разница, где юг, запад, восток, там всякое такое, но, в общем-то, я примерно бы шел, ну, как, чтобы идти вот до вот сюда, вот, там нужно идти, как бы, вверх по карте. Вот так бы я делал, наверное, хотя, в принципе, это малость тупо. Ну, от спауна. Вот он, наши пёси. Я так думаю, что это он есть, который у нас с самого начала был здесь, а просто он переехал чуть-чуть, да. Вот. Пёси. Во, 4 косточки пригодилось всего лишь-то. Стоять. О, побежали, чувак. Во, все офигенно нам. Хорошо, что нам косточек хватило. В принципе, я думаю, что на этом серии пора заканчивать. Все-таки мы уже дофиги еще снимаем, блин. Реально, серия вышла какой-то необычной. Искали путь домой. Я вообще не понимаю, как я здесь, конечно, появился. Точнее, вон там в море. Но я думаю, что такой штуки больше не будет. У нас получится все нормально. Ну как, не будет больше таких тыпэханий. И я, в общем-то, сделаю сейчас себе карту. Ну вот, буду копить тростничок, делать себе карту. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видосиков. И поставьте лайк за данного песика. Миленький какой-то, а? И он засмущался. Да, смущался его. Всем пока.